Всем привет, мы гнали веселый дракон. И сегодня я куплю Бравл Пасс и заберу все награды с него. Надеюсь, вы уже приготовились к сегодняшнему экстриму. Поэтому обязательно заварите чаек, берите печеньку, обязательно прожимайте лайки, заходите в мою тележку и наслаждайтесь просмотром. Давайте прямо перед вами покупаем. Давайте, какой? Как думаете, какой? Напишите. Ай, ладно, заскамил вас. Все-таки этот покупаю. Не повезло вам, ребятки. Но смотрите, больше подписок, больше лайков, больше контента. Сказал уже. Па-па-пам-пам. Домой, смотри, сколько возможностей. Два бойца сегодня получим. И самое главное, у нас же сейчас этот... все квесты, да, разблокировались. Но почему-то... Где квесты? Кстати, лучше. Это не то. А куда пропали все эти... А, вон они, там число написано. Сколько там штук? Мне не видно, сколько там штук. Жалко. 8 вроде бы. Так, ну давайте начинать. Давайте получим с вами сразу нового бравлера. Перепутал. Давайте сейчас получим с вами нового бравлера. Мэг, легендарочка. Мифический. Чак. И сегодня мы славу будем с вами начинать открывать. Я наконец-то прославлюсь. Давайте заберем все кредитики сначала, чтобы получить бравлеров. А потом, может быть, стардропов, на них выходят гаджеты, пассивки. Так, чак мой. Да, вроде бы чак мой. Да, я докуплю уже. Мне пофиг, я докуплю уже. Ребята, мне пофиг, я докуплю эти сколько там. 26 гемов. Блин, сказал, что не буду тратить гемы. Ладно, посмотрим. Сейчас решусь. 100 блингов, 1000 монет, еще. А вот, пропустил. Все, тогда точно покупаем. 8 гемов всего. Домой. Все, у меня слава, ребята. Я слава теперь. Ребята, я теперь славик. Круто. Меня зовут не Славик, но я Славик в Бравл Старсе. Так. Давайте сейчас заберем с вами все монеточки, все блингички и гемчики. Все, вернул уже Чака. Все, я обеднел и сразу побогател. Так, у нас, значит... Я даже половину не открыла, у меня столько ресурсов. Так, ну это мне сегодняшний ролик прям... очень сильно нравится. Лайкосик прожимаем, ребятки. Давайте, чтобы такого было больше. Чтобы таких моментов было больше. Давайте сейчас. Потом в конце заберем скинчик, да, всегда. В конце видео заберем скинчик, чтобы не быть... Да, 8 штук я увидел. Хорошо. Давайте сейчас подкрою. Ой, не то что-то. Так, по каретке. Мне кажется, тут пока лучше бойца, чтобы сразу получить у него... Ну, гаджеты можно разблокировать. Так, вот Мэг и Чак. У меня все бойцы впервые. Ну, драка, но это не в счет. Это будет последний. За этот вообще большой сезон. Так, давайте прокачим. У нас 10 тысяч монет, да? Так, до 7 силы. Сейчас, так. Все, готово. До 7 силы. И здесь. Да, всего 1000 монет мне подарилось для этого. А здесь. Так, да, все тоже, смотрите. Купили с вами. Все, можно наслаждаться. И давайте заберем стардропчики все. Так, ничего. Да, блин, я не туда кликаю. Так. Вот домой. Вот теперь я Славик. Когда мне 10 кредитов дали. Так. Да. Мифический. Вкусняшку дайте. Спрей. Алло. Суперселл. Мне прийти к вам. Мне прийти к вам в офис или как? Давайте, скинчик потом заберем. Мне прийти к вам в офис или как, Суперсейл? Я не понял, что за дела? Так, здесь ей не нужно. Это все ей не нужно. Вообще никак. Сразу скипаем. Так, Чак убирает. Ну, может быть. Ну, вот это тоже может быть. Может помочь. Я не знаю, я пока не тестил его. Тоже пока ничего не буду покупать. Смотри, я все прокачаю равномерно. Мне хватит?
Сейчас, если 2400 сниму. Смотрите, на кого-то одного я куплю пассивку. 100%. Давайте. Сейчас. И гаджеты пассивку. И гирсы пассивку смогу купить. Я не знаю, что. Так, щит. Хорошо. Или взрыв. Ну, взрыв это хороший. Хороший, наверное, взрыв. Я возьму, наверное, взрыв. И ей нужен очень сильно и это, и вот это. Мне кажется, вот это лучше. Все. Ну, чак пока у нас остается обделенный, но это ненадолго. Увеличь максимальное количество знаков до одного. Что? Не знаю. У меня что ли всего один? Нет, три знака. Ладно, давайте мы протестим сейчас обоих бравлеров. Не забываем про скинчик, да, в конце видео он будет. Да. Сейчас, конечно, ботики будут. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Сейчас мы с вами должны... Давайте этот... протестим ее. Да? Да, я Славик. Теперь все видят, что я Славик. Так, по урону. Чек урона. Урон, чек, это хорошо. Чек урона прошел хорошо, прям успешно. Чек урона прошел очень успешно. Так. Так, давайте. Ну, мне кажется, смотрите, это очень круто, потому что раньше спамилось без робота. Это было не прикольно. Ну, вот сейчас прям прикольно, да? Ну, бравлер мне пока нравится на ботах. Не, ну я уверен, хороший. Я уверен, мех хорошая. Так, давай сейчас прыгай, да? Да, хорош. Этот прицел просто имба, понимаете? Все. Так. Хорошенько, мы с вами сделали. Так, видим сразу, ну да, нормально, да? Мне пока нравится этот бравлер, ну, хорошо. Это для меня халявный 1000 кубков на мой аккаунт, 100%. Потому что у меня же всегда, ну, прибавляется... Опа, стойте. Мне вот это нравится хорошенько. Потому что я могу туда апнуть, ну, на каждом бравлере 500 или больше. И тогда просто, ну, в ограблении. Ну, ребята, ну, Чаква, это в ограблении, понимаете? Это не для шедешки. Это не шедешная тема, понимаете? И, кстати, я навсегда с вами Славиком. Просто 3000 вблизи, алло! Куда гоним? Так, давайте протестим ульту. Куда гоним? Давайте так, да? Как? Ну, вот так. И сейчас протестим ульту. Куда гоним? Давай сейчас. А, просто доезжаем до остановки. Да? Стоп. Сейчас. И если вот так... А, просто кидаем знак. И как теперь? Как теперь этим пользоваться всем? Четвертый знак. Блин, я тупой идиот. Как этим пользоваться всем? А, вот так. Все, понятно. Все, чуть-чуть уловил. Чуть-чуть уловил суть. Эй. Жалко. Птичку. Хорошо, неважно. Вот. Ну, хороший бравлер. Так, что можем посмотреть? Да еще на них. Ну, пока я не нуждаюсь вроде бы в гаджетах и пассивках. Я не знаю, что они делают, но нормально. И давайте самое главное, протестим его в пит-стопе. Блин, нету его сейчас. И даже в карт-сообществе его нету. Так, ну ладно, давайте тогда все равно закончим этот ролик. Ну, как я обещал, конечно, скинецкий забираем. Хорошенький у нас этот. Так, мне кажется, я пока поменяю время на своего лу до окончания сезона на то, что я только что выбил. Мне она понравилась. Ну и поменяю, конечно же, на Тика. Так, все, хорошо, здесь. Не хочу менять. У меня есть такая аватарка, хотя это вот такая, Крико. У меня есть аватарка, хотя ни разу я не пользовался. Так, здесь, мне кажется, что тематику поменять, ребятки, правда? И Дженнет тут уже не в теме, у меня вроде бы вот этот красивый. Так, ну все, на этом буду заканчивать мой ролик, подписывайтесь на мою телегу, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. С вами был Веселый Дракон, всем удачи, всем пока!